Нотный стан не является целой системой. Мы, показывая людям только нотный стан без клавиш, без клавишных инструментов, мы показываем часть этой системы, половину этой системы. И это недостаточно. Это уводит людей в сторону. Это не ведет их к пониманию музыкальной грамотности. Это уводит их в пустыню. Они просто остаются ни с чем. Это все равно, что преподавать в школах половину алфавита. Или половину цифр давать им. Ну, давайте дадим им, людям, 1, 2, 3, 4, 5, но не 6, 7, 8, 9. И посмотрим, насколько они будут знать хорошо математику. Вот. А мы даем им половину системы и говорим, что это целое. И представляем клавиши как отдельную систему. Половину, то есть это как бы отдельная система. И люди начинают... того, что они обучаются, где две черные клавиши, где три черные клавиши. На самом деле, who cares, как говорят здесь, какая разница?